Мелитопольские флорболисты и гости из Днепрорудного разыграли медали в ходе одного из самых престижных турниров под названием «Зимний кубок Скалы-2015». Напомним, во всеукраинском традиционном турнире принимали участие 8 мелитопольских команд из клуба «Скала» и сборная из Днепрорудного. В соревнованиях, которые проводились в двух группах, среди взрослых и юниоров, участвовали сильнейшие представители мелитопольской флорбольной школы. Многие команды не приехали в силу разных причин, реальных причин, мы знаем, ситуация неспокойная сейчас. Но, тем не менее, мы показываем, что у нас есть конкуренция внутри клуба. Многие тренера уже работают по школам города, занимаются разновозрастными, подростковыми, детскими командами. И сейчас вот в таком хорошем зале уже при болельщиках, при родителях очень хорошее место и время, чтобы показать, чего каждый достиг. Такое сейчас межсезонье, девочки тоже и мальчики, сейчас у них нет регулярных соревнований в Украине именно в этот период времени, но между собой они играют, то есть на максимальном уровне, с арбитрами, с правилами серьезными, с временем. Это, ну, всегда, я думаю, это хороший такой тест на уже на твою флорбольную состоятельность. Несмотря на то, что времена не лучше, мы сохранили направление движения и рост клубного флорбола, ну, относительно нашего клуба. С волнением, которое присутствовало у многих новичков, ребята смогли совладать. Более того, они получили неоценимый опыт, который понадобится на других турнирах самого высокого уровня. Следует отметить, что флорбол в последнее время обретает все большую популярность, причем как у парней, так и у девушек. Многие из них в этом виде спорта делают большие успехи. Флорболом я занимаюсь, вот скоро 14 февраля у меня будет 2 года. Но, думаю, за короткое время я достигла, ну, у меня как бы уже есть чем похвалиться. Главной целью юниорского турнира была своего рода обкатка команд, созданных во второй половине 2014 года. А вот для взрослых спортсменов эти соревнования были отборочным этапом для участия во втором туре высшей лиги чемпионата Украины по флорболу среди мужских команд. Проведение этих соревнований в нашем городе запланировано на 27 февраля.